Вы хотите сфотографировать, это так, как говорится, вы свое, я свое. Можно с этой стороны стану, пожалуйста? Ну правильно, да, вот так, нет, вот, вот эти солнце, мы должны стать, угу. А вы хотите слева стать? Да. Давайте слева. Сейчас, секунду. Не переживайте, вы здесь работаете? Да, этот, давайте парк, вот сюда вот, парк чистим. Вот это солнце как раз. О, надо доброе здоровье. Смотрите меня на ютубе. Целебная кулинария Малахова. Плюс да не надо так все это самое. Все, спасибо большое. Вот, там много интересного такого. И найдете что-нибудь полезное для себя. Все, счастливенько. По поводу ваших комментариев. Какая-то тема идет. Комментарии там вы сделали. Один, другой, там третий. Далее начинаются другие видео, то есть лента уходит, и как правило я назад не возвращаюсь, то есть то, что я успел прочитать, свежее было, обычно я там посмотрел, ответил, по крайней мере прочитал. Если вы в этом же комментарии хотите еще сделать какую-то запись, а она уже спустилась вниз, я ее не вижу, поэтому я ее пропускаю. Если вы хотите какую-то тему опять там продолжить или еще ее как-то прокомментировать, делайте новую запись. Вроде бы Facebook так и поступает. Но тем не менее, знайте, что если хотите по новой что-то изложить, просто-напросто как свежачок ее пишите, она вновь становится вверху, я ее вижу, отвечаю. Вот, чтоб это было вам известно, и вы не думали, что я там пропустил или там игнорировал. Как правило, видите, я все читаю. Прогулочка подошла к концу. Тело как-то расслабилось. Мышцы проработались. То есть лечебный процесс поясницы прошел. Все так нормализовалось. То есть для лечения спины подчеркивают все, должна быть микроциркуляция. То есть там возникает спазм, боль, застой. И это ведет к тому, что начинаются разрушительные процессы как в самих дисках, так и вокруг. Ну и естественно и мышцы тоже. И вот, а вот там с помощью массажа, там с помощью еще каких-то там приборов это все делают, чтобы как бы микроциркуляцию. Ну я вот примерно в течение часа походил, и у меня произошла естественная микроциркуляция. И более того, эта микроциркуляция, да и вообще циркуляция, не только в этой области, но и по всему организму. То есть важно задействовать не какую-то область, которую вы пытаетесь вылечить, а все в целом, чтобы начало работать над восстановлением чего-то там такого у вас разрушенного. Вот это такое интересное явление, которое лежит в основе целительного процесса. То есть сделать так, чтобы вам захотелось есть. Не вы, а клетки уже командуют на то, чтобы дайте нам пищу. Все, что там где-то залежалось, пододвинулось к органам выделения. Тоже большое дело. Вот, и получив свою нагрузку, нормально себя уже чувствуешь. Ну что, хочется кушать.
Завтрак на завтрак.